В Мурманске продолжают дезинфицировать общественные пространства и учреждения. Эту процедуру выполняют для предотвращения распространения коронавируса. Представители Невского спасательного центра уже обработали 56 тысяч квадратных метров различных объектов в Мурманске, поселке Междуречье, селах Минькино и Белокаменка. Обработку специалисты проводят хлорсодержащим раствором с помощью ранцевых дезинфекционных опрыскивателей. Образовательные учреждения также обеззараживают. За день удается обработать по два здания.